наши вожди, какие? Они заинтересованы в том, чтобы государству было хорошо, правильно? Вы меня извините, Дима, ну о чем вы говорите? Серьезно, я такой наивный, это все не так? Наши вожди не заинтересованы, чтобы государство было? Где вы видели вообще таких и вождей, и вообще кого вы видели в мире, которые бы заботились миром? Друзья мои, я вот сейчас просто вот падаю куда-то вниз, с высоты своей наивности, куда-то вот меня Михаэль просто опускает вниз в реалии. Я не думаю, что вы настолько наивны, конечно, вы человек современный. Но я хочу верить в то, что люди, которых мы избираем... Ни одного человека в нашем мире нет, который заботился бы вообще состоянием мира. Ну нет, потому что наша природа, я не обвиняю никого. Потому что наша природа – это сплошной абсолютный эгоизм. И человек думает только о том, чтобы сделать себе в каждый момент времени своего существования только хорошее. Все остальные, чем будет хуже им, тем будет лучше мне. Так мы запрограммированы. Нет плохих людей или хороших. Так мы запрограммированы. Это человеческая природа. Подойдите к психологам, они вам все это объяснят. Даже не нужно для этого быть каббалистом.